мы едем на автобусе по трассе 75, я надвигаюсь, держу путь, то бишь, на Голубое озеро. Об этом озере я знаю много разных легенд, которые складывались еще во времена слабого развития науки и техники. В общем, сейчас все эти мифы развеялись, но красота озера никуда не исчезла. Лет 15, может, даже больше я знаю об этом озере, и до сих пор хочу там побывать. Мое путешествие в самом разгаре. Меня высадили на дороге на Старое Якушкино. Озеро славится тем, что в нем голубая, чисто-чисто голубая вода за счет большого количества серы. Идти мне еще надо будет долго, но я надеюсь, скоро мы встретимся с Юлей и ее семьей. Они едут на машине немного с другой точки, не откуда я выезжала. Снечки стрекочут. А может быть и цикады. К сожалению, у меня нет никакого головного убора, что мешает мне смотреть прямо открытыми глазами. Я вся в светлом сегодня, чтобы лишнее тепло темными вещами не на себя не примагничивать, так сказать. Взяла с собой рюкзак еды, рюкзаки всякие, бутербродики, огородики, водичку. Я не смогла придумать, что сделать с водой. Я взяла ее в пыльнике. Якушкина? Да. Садись. Ну нет, я жду друзей. А-а-а. Спасибо. Много я, кстати, уже прошла. Довольно-таки. Там еще столько же. Снимаю я, кстати, на телефон. Во-первых, потому что камера такая очень тяжелая. И мне не очень удобно ее носить. Во-вторых, потому что я... О, тут видно качалки. Во-вторых, я не записываю на Canon, потому что... я все-таки боюсь людей, которые тут проезжают. Фиг знает, кто меня тут подцепит, да? Ха, кажется, приехали.